Если вы поймете, что наука – это здорово, это интересно, то мы будем считать роль слэма выполненной. Спасибо. Жестких рамок, не надо использовать много научных терминов либо литературы, чтобы прям доступно объяснить то, что тебе интересно. Наука – это постоянный поиск, это постоянный процесс движения. Я всем желаю вот этого вот активного процесса движения, и его результаты, я думаю, что мы уже оценим через год, в том числе на новом предновогоднем слэме уже 2021 года.